Мне до сих пор страшно. Я не смею рта открыть, потому что я боюсь, что отберут одежду, или изобьют, или еще что сделают. Он же псих. Неужели ваша камера этого не видно? Он избил его палкой до полусмерти. Надеюсь, тем беднягой все в порядке теперь. Я все равно вернусь туда и буду следить за порядком. А сейчас я не хочу говорить о том, что очевидно. Итак, этот сопляк получил по заслугам. В любой момент нас могут оскорбить или избить. Если бы они делали все, что им говорят, не было бы никаких проблем, только и всего. Наверное, нужно быть осторожнее, когда имеешь дело с зэками. Что толку говорить, когда и так все ясно? Пятый день эксперимента. Ты чего, Джо? Что случилось? Черт, посмотри на себя. Что происходит? Охрана! Нет, пожалуйста, нет. Не надо охраны, пожалуйста, не надо. Кто-нибудь, нам нужна помощь. Человеку плохо, не надо охраны, пожалуйста. Они убьют меня, опустите. Не бойся, они просто отведут тебя к врачу. Нет, помогите, не хочу. Нет, пожалуйста. Не хочу ничего. Восемьдесят шестой, двадцать третий, семьдесят четвертый, девяносто четвертый, пятнадцатый, восемьдесят второй, тридцать восьмой. Итак, отсутствуют номера 69 и 53, зато у нас есть свободные камеры со света и звукоизоляцией. Не волнуйтесь, воздуха там достаточно. Надеюсь, никто не страдает клаустрофобией. Если есть проблемы, скажите. Нет, господин тюремный надзиратель. Отлично. Сегодня день посещений. Вы можете одеться, убедитесь, что ваша одежда чистая. Всем все ясно? Да, господин тюремный надзиратель. К тебе тоже придут номер 82? Нет, господин тюремный надзиратель. Почему? Разве у тебя нет жены, детей, родственников? Нет, господин тюремный надзиратель. И друзей у тебя тоже нет? И никто не придет к тебе сегодня? Дорогой Тарак, пишу я тебе потому, что ты мой единственный друг. Надеюсь, когда-нибудь я могу пригодиться тебе. Ты можешь рассчитывать на меня всегда. Твой Гюнтер. Что номер 77? Разве это не попытка одурачить нас? Так и есть. А ты, 77-й, отправишься в туалет мыть унитаз своей рубашкой, пока все не будет сиять. Ни один из вас не войдет в комнату свидания. Я надеюсь, всем все ясно. Я этого не знал. Мы же договорились, никаких ящиков. Это просто средство психологического давления. Номера 53 и 69 в госпитале. У номера 82 налицо признаки депрессии, беспомощности, потери чувства реальности. А еще потеря ориентации. Мы это исследуем. Прошло всего 5 дней, у нас уже явное стремление к жестокости с одной стороны и потеря индивидуальности с другой стороны. Мы же достигли нашей цели. Пора прекратить все и объявить результаты. Нет. Сейчас не происходит ничего, чего бы мы ни ожидали. Подобных результатов ни у кого еще не было. Но мы можем добиться большего. У нас еще есть 9 дней. Мы не можем упустить такого шанса. Поймите вы это. Поймите же, наконец. Это наш шанс. Все это было ошибкой. Я не понимала, во что мы ввязались. Боюсь, ситуация выходит из-под контроля. Все в порядке, Юта. Если что, мы можем вмешаться. Я не отвечаю за то, что может произойти. Что это значит? Через 3 часа заседание комиссии. К этому времени мне нужно ваше решение. Вы все еще за этот проект или против?
Да или нет? Ах ты наш чистюк. Смотри-ка, вот еще пятно. Легко оттереть, да? Прекрасно. Ну ладно, хватит. А рубашка? Вот твоя рубашка, ее и одевай. В строй. Отлично. Мы не хотим расстраивать наших гостей, поэтому не станем им жаловаться. Мы расскажем, как здесь нам хорошо, как нам здесь спокойно и уютно, что у нас все в порядке. Это номер 77? Да, господин тюремный надзиратель. Ну, разве можно идти к гостям таким грязным и вонючим? Все заключенные, кроме номера 77, идут в комнату свиданий. За руки можете не держаться. Хотел тебе помочь, но не смог. Тогда помоги сейчас. Как? Передашь кое-что тому, кто ко мне придет. Это невозможно. Возможно. Просто сходи в кафе, отдай ему это. А что это? Неважно. Я не могу это сделать, пока охрана наблюдает. Сможешь. Ты неважно выглядишь. Как ты меня нашла? Я нашла этот контракт и уговорила Зиглера пойти вместо него. Знаешь, я живу в твоей квартире. Сколько еще это продлится? 9 дней. Я должна вернуться в Канаду. Ты же можешь уйти отсюда в любую минуту. Да. Ну, тогда пойдем. Слушай, здесь есть кафе. Там охранник передаст тебе кое-что от меня, хорошо? Ваше время истекло. Отдай это Зиглеру. Дождись меня. Отстань. Что ты? Не волнуйся, все будет в порядке.
Это просто игра. Ты можешь уйти, если захочешь. Все под контролем, и мы обязательно получим эти деньги. А как только выйдем отсюда, сразу поедем все вместе к тебе в киоск. Будем пить пиво, самое лучшее из того, что у тебя есть. Все вместе. Так и будет.